защитник команды ДГТУ Игорь Нечай. Игорь, сегодня команда играла лучше, чем предыдущие два дня. Как думаешь, чего не хватило? Мы начали плохо. Нам не хватило, наверное, бойцовских качеств, нам не хватило мысли. И после двух пропущенных голов, после перерыва, команда собралась, но в конце не хватило везения. С какой командой, на твой взгляд, была самая интересная игра в этом туре ростовском? Ну, с Казанью была интересная игра, с Юфу была интересная игра. Здесь была игра тоже интересная, но только за счет того, что была ничья, и до последнего было непонятно, кто победит. Спасибо большое.